Впервые в МСК решили провести такого рода соревнования. Чтобы дети узнали немного больше об Олимпийских играх и великих спортсменов нашего города, началось все с их представления и внесения факела. Но в целях безопасности школьников огонь не зажигали. Всем знакомая игра из круга вышибала, но правила немного изменены. От каждой команды назначался снайпер, который вставал позади соперников. И что самое особенное, играли команды по олимпийской системе. Ну, во-первых, это сплощает. Во-вторых, это мероприятие мы приурочили еще к тому, чтобы дети знали, что в нашем городе Мыски, в маленьком городе, есть тоже знаменитые спортсмены. Есть и люди, которые занимали неоднократно первые, вторые, третьи места на европейских соревнованиях, на чемпионатах мира и так далее. В соревнованиях приняли участие 7 команд шестиклассников из разных школ города, в каждой по 10 человек. Время одной игры 5 минут. С виду снайпер кажется легкой игрой, но к ней дети готовились несколько недель. Тренировали силу и точность удара, умение уворачиваться от мяча. Лучше всех с этим справились дети из 10 школы. Ни разу не проиграв, они завоевали первое место. Мы готовились, наверное, за 2 недели. Готовились усердно. У нас вот Ольга Владимировна помогала, наша учительница, готовила конкретно, чтобы мы первое место. Ну и в общем, мы вот надеялись, что мы первое, мы прям знали. Все участники соревнований получили сладкие призы, победители стали еще и обладателями медалей и грамот. В итоге дети научились быть одной командой, узнали наших чемпионов и получили, пускай небольшие, знания об Олимпийских играх. Андрей Камышев, Алексей Андреев, Мыски сегодня.